Гордость иногда мешает нам со смирением воспринимать замечания, особенно не тактичные, но если они резонные, то имеет смысл к ним прислушаться. Если же вам откровенно грубят, то можно вежливо спросить, уполномачивал ли настоятель храма этого человека делать замечания и предложить пройти к нему. Можно извиниться со словами ⁇ простите, что я послужил причиной вашего раздражения ⁇ если во время многолюдной службы вас неоднократно просят передать свечи к подсвечнику, то можно вежливо предложить не отвлекать впереди стоящих от молитвы. И самое главное, помните, к кому и зачем вы пришли. Тогда никакая злая сила не сможет изгнать вас из храма. Можно привести такой пример. Представьте, что кто-то решил раздать желающим свое состояние. Выстраивается очередь за богатствами, и вы в ней. Сможет ли поведение людей в этой очереди заставить вас обидеться и уйти? Или вы будете стойко переносить любые конфликты, помня о своей цели. Так неужели деньги важнее блаженной вечности?